Вот это триммер, сделанный из болгарки. Как бы нам так сюда повернуться, что ли? Короче, вот болгарка закреплена на вот таком устройстве. Тут здесь хомутики, потом переходник. Здесь тоже хомутики. Сейчас так покажу. Которые просто к палке крепят болгарку. Здесь зажимается, вот в обычной болгарке зажимается трос. Вот, правда, трос, даже стальной трос, быстро очень об траву. Но если резать свеженькую молодую траву, то вообще без проблем. Но так как у меня здесь уже наросла огромная остистая такая трава, то вот получилось, что трос очень быстро съедается. Даже стальной плетеный трос. Очень большая скорость. Короче, скорость 10 тысяч оборотов. Вот сейчас я протру. Или 100 тысяч. 10 тысяч оборотов в минуту. Представляете, какая скорость? Да, и она очень... Эта скорость очень быстро уничтожает трос, скажем так. Обо всякие препятствия. Ну, тут у меня еще всякие деревяшки встречаются. Железные конструкции попадаются, лежат. Поэтому... Вот так. Ну, защитный кожух надо, конечно, ставить. Вот в этой части. Здесь вот так. Чтобы ноги защитить. Ну и... От разлетающейся травы, от троса. Да, в основном ноги. Больше тут... Глаза, ноги. Но глаза там не пострадают, вот по ногам может ударить.